удобства и более практичным применяется каркас типа паук. Его проще делать. Правда, под такой каркас трудно влезть, не нарушив конструкцию. Задняя дверь у него отсутствует. Дальше все происходит точно так же. Лохматой накидкой накрыл. Но сейчас ему задание сделать не муравейник, а кочку. Поэтому присыпки будет меньше. Каркас типа паук, для наглядности, сделан из толстой металлической проволоки, схвачен винтом. Каркас этот снайпер носит сюда с собой, он довольно компактен. Как уже говорилось, на местности не всегда найдешь материал для перекрытия.